хорошо, когда ты тут стол. Шесть пасынков установили, братья. Все, привязали как надо. Торопятся скорее, потому что с поля поступает горох. Это место для гороха. Не тяжелый. Шесть с половиной рублей килограмм. Вот так, заклепы такие. Заворачиваем дерево. Чтобы ровно было, поставили доски. Вот проверяю я, как у них. А где он работает сейчас? На горохе? Да, на горохе. Игорь-то, да? Да, на горохе. Да он сидел в тракторе, вот мы же до сих пор в тракторе сидим, с Алексеем разговаривал. Там. Хорошо. Возле гаража. Сиренький может работать. Здесь у нас. Какие деньги тут идут? У вас ножовка металлическая на полу. Это, убери-ка ее, чтобы не раздавить. Вот это вот, наступите, сразу не будет полотна. Я ушел. Вот здесь железо задевали. Гнули, тут уже. Ну а здесь выправили. Даже вполне прилично. Все, слава богу, за один день поправились. Вы свой инструмент не забудьте перечислить, что брали.